Митрополит Курганский и Белозерский Даниил продолжает поездки по приходам епархии. Накануне владыка впервые побывал в храме Воздвижения Креста Господня села Боровлянка Притобольного района и совершил там божественную литургию. Прихожане храма по существующему в селе давнему обычаю встретили архипастыря хлебом-солью и дорожкой, усланной платками, в знак того, что люди склоняют головы перед владыкой. Владыка Даниил в сослужении духовенства Центрального и Южного Благочиний совершил божественную литургию, после которой поздравил прихожан с праздником Владимирской иконы Божией Матери. Три раза в году мы с вами совершаем память этой иконе, знак того, что Божия Матерь только через этот один образ как минимум три раза спасала град Москву, спасала землю русскую от разорения, от смерти, от уничтожения. Деревянный храм села Боровлянка не отличается большими размерами и не является памятником архитектуры, но прихожане гордятся его историей и сохранившимся духом прежней эпохи. Храм у нас старинный. Заложен был храм в 16 году по благословению дорогого батюшки отца Яна Кронштадтского. Такое существует предание в селе, которое передается из уст в уста, то, что перед постройкой храма ходили благословляться к отцу Иоанну Кронштадтскому, и он говорил так, что кирпичный не стройте, камня на камне не останется, а деревянный выйдет кривенький, но достоит до второго и славного пришествия Христова. Время здесь как будто остановилось. Надписи со старинной буквой «Ять», женщины в платках, надетых по-старинному на угол и сколотых под подбородком, а не завязанных узлом. Этот храм намоленный, это чувствуется наши предки, это с нами, это нам оставили, дали нам эту возможность молиться в этом храме, поддерживать огонек. И очень приятно слышать местный хор, что значит русская традиция еще сохранилась. Поют с подголосочками, так красиво. Так получилось, что приезд владыки совпал с личным праздником настоятеля храма. Именно в этот день, 24 года назад, была совершена иерейская хиротония отца Павла Балакина. Дорогой наш архипастырь, от лица всех прихожан, сотрудников всего святого храма, сердечно благодарим вас за посещение, за любовь, за добрые слова и совместные молитвы. 11 лет дежурной при храме является Галина Борисовна Силантьева. Она еще и педагог церковно-приходской школы. Роль прихода в жизни села она считает очень важной. Потому что храм у нас очень давно. Вот я помню и бабушка, и мама, и мы потом стали ходить. Люди-то все равно тянутся. Вот, а тем более у нас батюшка очень хороший. Он посоветует, он направит в определенное русло. Митрополит Даниил осмотрел на прихрамовой территории часовню, построенную в честь явления Божьей Матери на Пюхтицкой горе в Эстонии. А затем вместе со священнослужителями и прихожанами посетил местное кладбище, где упокоены бывшие настоятели Крестовоздвиженского храма, а также монашествующие и миряне, отдавшие много сил на сохранение и становление прихода. Татьяна Маковеева, Сергей Балмасов, пресс-служба Курганской епархии.